Сухе повітря, опалення, кондиціонери. Недостатнє зволоження слизової носа порушує захист організму від інфекцій. Особливо у сезон простудних захворювань. Ізогідронік – гель з гіалуроном для зволоження слизової носа, для захисту від вірусів, бактерій та алергенів. Ізогідронік – безпечний для дітей з 6 місяців та вагітних. Білоруським генетикам було поставлено завдання клонувати Лукашенка. Поки що в них вийшло лише вівця з вусами. Вона навіть знає одну фразу. Беларуси, я вам покажу. А от білоруські лікарі не дочули і замість наказу клонувати Лукашенка, кастрували його. Всі ми пам'ятаємо ситуацію, коли Олександр Лукашенко кудись зник, і спецслужби Білорусі потрапили в дуже незручне таке становище. До вашої уваги, наша версія тих подій. Да что же он там возится так долго, а? До выступления осталось 10 минут. Если мы не успеем, ну это ж кошмар будет какой-то, а? О, Евгений Михайлович, Меня бесит, когда вы поете, Евгений Михайлович. Так, ну что, наконец-то вам удалось поставить первого на ноги, ну? К сожалению, нет. Все безрезультатно. Да? Как? Я ему на шатырь нюхать давал. Я ему пить на шатырь давал. Я даже клизму из на шатыря сделал. Лежит, не встает. Может, он лежа выступит, а? Вы нормальный доктор? Как то он лежа выступит? Вы знаете, что у нас через 10 минут 4-часовое обращение президента Беларуси к своему народу? Он 4 часа будет рассказывать, как все классно в Беларуси, а народ будет ему верить. А если он будет выступать лежа, еще и под капельницей, кто в это поверит? Ну, слушайте, ну давайте сделаем, как в прошлый раз. Мы просто поставим его восковую фигуру, и пустим в запись прошлогоднего обращения. Ну, хорошо же было. Ну, какое хорошо. Из-за жары все заметили, когда у Александра Григорьевича усы на подбородок сползать начали. Ну, ерунда. В таком случае отменяйте. В смысле отменяйте? Доктор, вы нормальный? Вы вообще понимаете, что это основа нашего политического строя? Каждый год мы показываем президента народу. Народ его видит и понимает, что все в порядке. Мне так уролог мой говорит. Если хотите, чтобы с ним было все хорошо, каждый год показывайте мне его. Я что-то не понял, доктор, это что за сравнения такие сейчас? Ой, я сказал уролог. Да, вы сказали уролог. Я хотел сказать стоматолог. Про зуб, а получилось уролог. Не надо мне. Вы сексопатолога, она там. Давайте, соберитесь, я прошу вас, поставьте первого на ноги. Давайте, давайте. Делаю все, что я могу. Пока все, проработаю план Б. Алло. Генерал, КГБ беспокоит, да. Что там у нас по операции «Двойник»? Что, реально нашли двойника? Уже даже в двух деревнях показали? Все, давайте, дуйте сюда срочно во Дворец независимости, а то у нас выступление срывается. Жду. Походу, опять пропетляем. Нормально. Рис, два, рис, два, рис, два, рис, два. Полтора. Все. Армия опять спасает КГБ, да? Хе-хе. Ну, знакомьтесь. О! Это что такое? Это Александр, мать его, Григорьевич. Собственной персоной. Смотрите, как похож. Мы его, перед тем, как сюда приехать, в одной деревне из окна машины показали. Так там все сразу обделались. Думали, настоящий. Фанерный маршал? Так точно. Разрешите, кстати, после выступления его на полигон в виде мишени забрать. Генерал, я не понимаю, вы что, идиот? Хотя зачем я спрашиваю? Ответ очевиден, а? Вы бы еще надувного Лукашенко принесли. Была такая мысль. Не, ну оно и удобно. Не нужен, сдул и в карманчик. Но мы побоялись. Интересно, почему? Ну как? А вдруг у него непелек спустит? И народ что скажет? Все, батька сдулся. Ну, да и потом, в армии. У нас, знаете, пацаны молодые, 2 года без баб. Резинового могут и вдуть. А фанерному не. Можно ж занозу загнать.
Какую нахрен занозу? Показать? Не надо! Как хотите. Послушайте, я вам объяснял, мне нужен реальный двойник, двойник президента, который будет разговаривать, а не молчать. Слушайте, может, он лучше пусть помолчит, а то уже такого наговорил. Я пошел на крайние меры. Я ему на шатырь в вену ввел. 2 литра. Одно из двух. Или через 9 минут он встанет, или через 9 дней мы его... Да понятно, понятно. Господи. Боже, как живой. Так, доктор, смысле, я как понимаю, живой? Вы решили пойти ва-банк, да? Да. Да, а нам что прикажете делать? Не знаю, не знаю. Я доктор, а не волшебник. Ну что, ну, можете пойти поцеловать его, и он проснется, как спящая красавица. Куда я его поцелую? Он на спине лежит, его ж переворачивать нельзя. Да. А, вы его обычно... Так, генерал, еще какие-то двойники есть? Так точно. Самое главное, что белорусской армии, это резервы. Майор, запускай. А? Оцените. Красота. Похожи все. Найди 10 отличий. Я здесь, блин, даже одного сходства не вижу. А усы? Сам лично нарезал с конского хвоста. Послушайте, знаете, мне уже начинает нравиться идея с деревянным Лукашенко. Но. Вообще, мне интересно, генерал, где вы их нашли? В цирке, блин? Не всех. Да? Ой, дайте я угадаю, кого вы нашли в цирке? А вот и нет. Оп! Сила. А что? Александр Григорьевич, кто же так умеет? Но только клизмами. Так, послушайте, вот как вы себе это представляете, а? В течение 4 часов Александр Григорьевич будет стоять и жонглировать? Да нафига? 5 минут и хватит, все. Слушайте, я не очень силен в этой геополитике, но я вам так скажу. Если наш с таким вот номером выступит, он даст четкий посыл всему мировому сообществу. Да. А мы с вами получим четкий посыл в одно известное место. Да что вам все не нравится, а? Мы всех двойников по методичке Путина выбирали. Все как у него. Болтун, банкетный, молчун, ворчун. А, и это, удмурт. Удмурта не нашли пока. Но мы нашли такую классную пасеку под Брестом. Можем любого из них отправить туда, через час будет удмурт. Ну, вот этот вот, вроде, более-менее. Отличный выбор. Банкетный. О, банкетный, это хорошо. Значит, и речь сможет сказать, хорошо. Нет. Что нет? Он не мой. Как не мой? А почему банкетный? Как он тогда на банкетах выступает? Оп! Ну и потом он приходит позже всех, когда уже все под шофе. Он со всеми обнимается, фотографируется. Ох, знали бы вы, как он целуется. Разрешите продемонстрировать? Мне не надо, не надо мне. Ой-ой-ой. А что, похож. Похож. И в отличие от моего, у этого губы теплые. Так, еще варианты есть, генерал? Конечно, есть. Следующий! То есть вот это двойник Лукашенко. Так точно. Вас ничего не смущает? Так, что-нибудь... Что? Что-нибудь так вот. Вот. А где? Ну вот, где-то здесь. Ничего? Грудь? Грудь. Что? Маленькая? Поднадуем. Большая? Подспустим. Хотите, третью влепим, как в фильме? Чё? Послушайте, генерал, ее вообще не должно быть, потому что страна ждет выступления батьки. А выступать кто будет? Мамка! Ну. С титьками! И что? Что? Доктор, вы почему молчите? Я, кажется, влюбился.
что? Вы понимаете, это психология. Каждый мужчина в себе ищет женщину, похожую на мать. А в Белоруссии похожую на батька. Александр Григорьевич, простите, я всегда об этом мечтал. Доктор, что вы делаете? Прекратите, пожалуйста! Слушайте, я что подумал, если это прям вот это все так видно? Может, она задом выступит? Классная идея. Вообще замечательная идея. А как вы так это немножко себе представляете? Президент Беларуси выступает задом к своему народу? Да ладно! Он, когда вот это поверил в свою несменяемость, он так уже 15 лет народу повернут. А вы представляете, если он нечаянно во время выступления повернется к залу? Ну, и что? Иностранные СМИ как писали? Беларусь, первая страна в мире, в которой президент где-то трансгендер. Да что сразу трансформер-то? Короче, вон, смотрите. Путин под себя конституцию поменял, а наш пол. Генерал, я сейчас тебе пол поменяю, правда? Слушайте, она такая хорошая. Я бью даже... Тихо, доктор. Вот сейчас вот он там очнется, и он вас... Так это уже было. Хочется чего-то новенького. Слушайте, ну давайте так. Давайте скажем, что наш президент настолько крутой, что он вникает во все процессы в нашей стране. И сейчас он конкретно занимается белорусской молочкой. Сразу нет. Хорошо. Что у нашего, значит, главнокомандующего столько орденов и медалей, что он под них специально себе увеличил грудь. Послушайте сюда, два клоуна. Идет информационная война. Вы понимаете? СМИ что, извините, тогда пишут, что Беларусь стала не только стратегическим партнером для России, но и сексуальным? Ну, не знаю. В армии такому батьки были бы рады. 2 года без женщин, ну, да ладно. Так, все, давайте, генерал, объясните мне, ну неужели во всей Беларуси нельзя было найти одного двойника, а? Да, конечно, можно. Ну... Следующий! Генерал, я правильно понимаю, вот это двойник Лукашенко? Так точно. Один в один. Один к двум. Вы понимаете, что это не двойник Лукашенко. Это какой-то, я не знаю, это пробник Лукашенко. Ну, вы понимаете, что даже когда он будет говорить, его вообще видно не будет, понимаете? Но вы действительно всю армию за идиотов держите. Вы думаете, мы не подготовились? Майор! Пожалуйста, руку. Красавчик, молодец. Вот, один в один. Вот, объясните мне, зачем вы устраиваете этот детский сад, а, генерал? Что, какой детский сад? Ну вот это вот все, детский сад зачем устраивать? Вы понимаете, что на мероприятии будут фотографировать. И потом, когда в газеты попадет вот эта фотография, вы знаете, что народ будет делать? Что, он что? Будет на этих фотографиях веревочку дорисовывать. Да ладно, что вы начинаете? Вон Путин специально для фотографии каблуки одевает. А наш табуретку. Да, короче... Вы зря на него наезжаете. Он, между прочим, 2 раза в Москву уже ездил. Ой, да ладно, что он там делал? А вы думаете, ядерное оружие у нас откуда? Пришел такой, встал, сопли распустил. Говорит, Беларусь такая маленькая, беззащитная. Вот ему сразу ядерное оружие и дали. Молодец. А второй раз зачем он в Москву ездил? К Медведеву. Зачем? Побухать. Они ж роста одинакового. Им нормально. Да. Чуть не спил самолет. Но! Такого ценного сотрудника могли потерять. Да прямо уж ценного, ага. Ну, слушайте, ну реально похож же. Ну, похож. Ну, давайте его кому-нибудь на шею посадим, чтобы он выше казался. О. Классная идея, доктор. Вот. А вы вообще понимаете, что потом все скажут, что Лукашенко реально сидит на шее у своего народа? Ну, послушайте, ну сейчас такой уровень медицины, что к следующему собранию мы его вырастим. А сейчас скажем, что он скукожился. Я так понимаю, вы опять своего уролога вспомнили?
Да. А вы про что? Так все, не про что. Генерал, ну послушайте, вы что, не могли обратиться, я не знаю, в какой-нибудь театр и найти там профессионального актера, а? Ну вы действительно нас за идиотов держите. Ну что вы за люди такие, а? Все, иди. Мы сразу же обратились в театр. Вот, пожалуйста. Нет. Он совсем, он плохо похож на Александра Григорьевича Лукашенко. Да при чем тут он вообще? Он не похож. А кукла его один в один. Какая кукла? Он даже голосом Путина умеет. Вы с ума сошли, а? Ну, вы с ума сошли, уберите это немедленно. Вы понимаете, что если раньше говорили, что Лукашенко — это говорящая кукла Кремля, то теперь вы это и продемонстрировали. Ну-ка, подождите. Как это оно там устроено? Ого! Мне кажется, пришла в голову замечательная идея. Пойду попробую Григорьевича расшевелить. Так, генерал, я так понимаю, это все? Больше никаких идей нету? Как, были еще. Пограничники собаку свою предлагали. Собаку? Ну, вы сами сказали, что найди двойника, который будет выполнять все команды и не будет задавать лишних вопросов. Собака лишних вопросов не задает. Все команды выполняет и сидеть, и лежать, и как наш вот это, когда к Путину, к ноге. Но! Есть одна проблема. Собака, в отличие от нашего, не кастрирована. Так что, если вдруг у какой сучки в округе течка, все, мы его не словим никогда. Какой кошмар. Извините, я опоздал. О! Удмурта нашли. Класс. Генерал, вы вообще в курсе, где находится Удмуртия? Звучит как сарказм. По вашему голосу я понимаю, что это не в Африке. Но у меня с географией туговато. Нам всегда Григорьевич показывал, откуда наступление. Да и потом, зачем мне военному человеку география? А зачем вообще голова? Шапку носить. То есть, по-вашему, вот тут вас ничего не смущает? Вот это вот реальный двойник очень похож на Александра Григорьевича Лукашенко, да? Слушайте, ну давайте скажем так. Копал картошку и загорел. Ну, судя по тому, как он загорел, он один всю картошку в Беларуси выкопал. Вообще, генерал, у нас Белоруссия, а не Чернорусия. Да ладно, что вы начинаете? У нас у половины населения черно-белые телевизоры. Никто и не заметит. А в Москве заметят. Козлы. Согласен, извините. Блин. Я, конечно, не силен в геополитике, но у меня такое ощущение, что Москва сейчас только с такими и дружит. Генерал, я же вам доверился. Я вам поверил, что вы все сделаете. Вы устроили мне здесь усатый цирк, блин. Усатый цирк. Усатый цирк. Хорошее название для нашей республики. Усатый цирк. Так, вы нормальный? Так. А ну быстро уберите нахрен всех, чтобы я не видел здесь никого. Быстро! Понял. Давайте это... Это кто там кричит? Ой. Александр Григорьевич очнулся. Ожил Александр Григорьевич, как здорово. Кого я вам привел? Доктор, как вам это удалось? Использовал, так сказать, руку Кремля. Давайте, все хорошо. Так, что здесь происходит? Ну, вы КГБшники, конечно, крутые. Аплодирую, как говорится, стоя. Снимаю, как говорится, перед вами шляпу. Это ж надо было такого реального двойника найти. А усы что, приклеили или настоящие? А ну-ка. А, ты посмотри, на саморезах, наверное. Хорош. Генерал, а? Это настоящий Лукашенко. Да ладно, что вы мне рассказываете? Что, я не знаю батьку своего, что ли? У него там на одном месте родинка есть.
Так, а ну, актерышка, повернись. Здравия желаю, Александр Григорьевич, извините. Здравствуй, сержант Говнов. Генерал Говнов. Сержант Говнов. Генерал-сержант Говнов? Просто сержант Говнов. С сегодняшнего дня ты сержант. Ну-ка, объясните мне. Что это за люди? Что здесь происходит? Александр Ильич, понимаете, вы приболели, а у вас сегодня самое важное обращение к народу. Вот мы и решили найти вам двойников. Вот это мои двойники? Да. Больше похоже на первый состав пестеров. Вот только запомните, пестеры никогда не выступали с Шакилом О'Нилом. Это тоже мой двойник? На вырост брали. А это что такое? Что это у моего двойника впереди? Грудь. Это что, грудь? Так точно, убрать? Отставить убрать! Коля нет-нет, да иногда просит грудь. Александр Григорьевич, если вы себя уже получше чувствуете, может быть, вы сами и выступите, а? Я-то? Вы-то. Я-то выступлю. Да. Выступлю так, что вы на всю жизнь запомните, что у вас батька один, незаменимый и неумирающий. Да. Где сцена? Покажите мне. А вот текст. Не нужен мне текст, а сюда. Куда идти? Где сцена? Генерал, проведите Александра Григорьевича и цирк этот заберите с собой. Цирк за мной. Раз-два, 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 раз-два. Пошли, пошли, пошли. Фух. О, фух. Кажись, и в этот раз пронесло, а? Фух. Фух. А? Смотри, хорош прям, хорош, да, такой, да. Бодрый. Спасибо, спасибо, да я старался. Александр Григорьевич такой бодрый. Ну, пора уже говорить, начинайте. Александр Григорьевич, начинайте говорить уже. Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, начинайте говорить! Да как он будет говорить? Он же фанерный. В смысле? Ну там ситуация такая. Мы зашли, значит, туда за сцену, а там темно. Он за темненького зацепился, маленький в ногах запутался. Сверху баба с сиськами упала, и давай пестеры там. Оп-оп-оп-оп, сейчас доктор его, значит, там осматривает. Рука Кремля уже не помогает, ногу используем. Убирайте нахрен фанерного, выпускайте этого с сиськами и камеры выключайте, работаем! Да точно, делаем! Дизель-шоу. Добрый день. Добрый день, мы из Москвы. Ого, ничего себе. Да-да-да. Целая съемочная бригада. Да-да-да-да-да. Самой Москвы. Самой Москвы. А как вы к нам через минное поле проехали? Через какое минное поле? Ну, у нас дорога вся заминирована. Слушайте. Вы либо счастливчики, либо у нас минеры рукожопые. Так что, рассказывайте, с чем пожаловали? Смотри, нам нужно снять сюжет про настоящих воинов и героев. Так это вам не к нам. Мы ж в тылу. Седьмая линия обороны. Подождите, какая оборона? Мы ж вроде наступаем. Ну, видимо, так наступаем, что оборона не помешает. Слушайте, давайте я вас сейчас на фронт отвезу по тому же полю, как бы проверим заодно, счастливчик вы, нет? Не, подождите, на фронте страшно, а в обороне нам будет, я думаю, как-то поспокойнее, правильно? Ну, конечно. Я вам так скажу, сейчас и здесь сыкотно. Бывает и сюда прилетает. А знаете, я вам тогда тоже скажу, сейчас во всей России сыкотно. И в Белгороде сыкотно, и в Воронеже, и в Туапсе.
Поэтому нас и попросили снять патриотический ролик для поднятия, так сказать, боевого духа. О победах на фронте, о захваченных трофеях. О победах? И, да, о победах и трофеях. О трофеях. Может, это просто о солдатских буднях? Ну, можно и о солдатских буднях, только давайте без унитаза, хорошо? Вот, поставьте его куда-нибудь. В смысле поставьте? Да здесь российская армия, вы что, еще стибрят или нагадят туда, как в прошлый раз? Не-не-не-не-не, ни в коем случае. Это же раритет. Ну, подождите, вы как-то будете немного странно в кадре смотреться с унитазом, понимаете? Я? Ну, вы, да. Вы что, меня собираетесь снимать? Ну да, вы же были на фронте, правильно? Был. Ну вот, и давайте расскажите, как и что вы там делали. Правду? Конечно. Ну, давайте, вот боевой офицер рассказывает о военных подвигах. Это же интересно. Вам лично удалось что-то уничтожить? Лично? Да. Лично я уничтожил танк. Офицер в неравном бою собственноручно подбил танк. Ну, почему подбил? А что? Утопил. А это был Абрамс или Леопард? Наш, Т-90. Ну там какая ситуация была? Я пьяный поехал в село за водкой. У нас на карте там ручей, а по факту Днепр. Вот. Теперь у меня позывной «Моряк». А, понятно, очень интересная история. А знаете, лучше расскажите тогда об армии в целом. Об армии в целом. Об армии? Да. Правду. Конечно, правду, правду, правду. Нет. Почему нет? Меня ж посадят. За что? За дискредитацию. Ай, так, послушайте, ну нам для сюжета нужны ну какие-то реальные герои СВО. Те, кто был на фронте, в горячих точках. Вот вы были на фронте? Был. Ну вот, отлично. Где вы были? Под Херсоном. Подождите, как-то интересно получается. Вы были под Херсоном, а сейчас вы здесь под Белгородом. Ну там ситуация какая была. Нам, значит, дали приказ отступать. А где останавливаться, не сказали. А мы идем, смотрим, природа хорошая, вот деревья, луг. Мы тут окопались, а чего? А, понятно. Давайте я вам объясню. Понимаете, нам нужны все-таки солдаты, герои, понимаете? Так вам герои нужны? Да, нам герои нужны. Так вот. Есть у нас, конечно. Вот, где? Вон они все в том контейнере, рефрижераторе. Да, там их штук 150, наверное. А, или вам живые надо? Ну, конечно, живые нам надо, ну. Живые? И чтоб те, кто были на фронте, чтоб да? те, кто был на фронте. Блин, ну, те, кто были на фронте, они вон все в контейнере. А, послушайте, хоть кто-то у вас есть? Ну, хоть кто-то у нас есть. Ну, вот зовите их. Эй, уроды! А ну сюда, быстро! О. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. И ничего, если я тут белый трон поставлю? Ничего. И это кто? Это лучшие! Из худших? Из тех, кто остались. Слушайте, ну они какие-то стрёмные, правда? Не, ну я понимаю вас. Слушайте, может вы по старинке там поедете в Москву, возьмете актеров, намажете их там, накрасите? Да нельзя, актеров уже начали узнавать. То они в окопе сидят на фоне Белгорода, то с криками «За Родину» штурмуют коровник, то вот недавно снимали сюжет про раненого российского героя, так он прямо в кадре начал кетчуп с лица слизывать. А одного вообще сначала сняли украинским военным, потом нашим, а потом перепутали и хотели обменять. Все запуталось. Ну, так, ладно, давайте попробуем работать с тем, что есть. Так, работаем. Мы находимся на передовой. Вот эти бойцы, настоящие герои России. Они только что вышли из ужасного боя. Им чудом удалось выжить после атаки нацистских хаймерсов. Посмотрите, как потрепало этих парней. Ну ничего, уже завтра им выдадут новую форму, и они снова отправятся в бой. Не. Что нет? Это мы им и выдали новую форму сегодня. Вот это новая форма? Не, ну она не прям новая, но тем, которые в контейнере, она уже не нужна, поэтому... Так, послушайте, не мешайте, у нас по задумке они только что вернулись из настоящего ада. А, вот это вы правильно сказали, да. Они все родом с глубинки России, ад полнейший. Так, послушайте, сидите и молчите. Хорошо. Они остались живы только благодаря настоящей дружбе, плечу товарищей, благодаря вере в Россию. Не. Что не?
Да они живы только потому, что в тылу. Завтра их уже не будет, не переживайте. Послушайте, почему вы постоянно перебиваете, а? Ну вы же правду хотели, я... Так, тихо. Так, парни, давайте, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас запишем на камеру с каждым из вас пару историй, хорошо? Давайте. Это для ТикТока? Я отметьте мой аккаунт, пожалуйста. Я его продвигаю активно. У меня там много видео, там очень хорошо. Да. Класс. А на зоне это видео показывать будет? Так, знаете, мне вообще сниматься нельзя. Если мои узнают, что я живой, у них ладу отберут. Так что я это... Ну стоять! Кто уйдет со съемки, тому сразу пулю в спину пущу, понятно? Опять? Сейчас одно и то же. Уйдешь с окопа, пулю в спину. Возьмешь унитаз, пулю в спину. Вы что, только в спину стрелять можете? Тебя могу в задницу. Лучше в спину. Вот так. Так, послушайте, а может быть кто-то есть другой? Может, у вас где-то все-таки завалялись настоящие герои, а? Да полно их тут валяется, вон там куча хорошая. Да живой, я имею в виду тот, кто был на передке. А прям чтоб на передке был? Да, чтоб на передке. Есть у нас такой. Зовите, отлично, приготовились. Антен! Звал Муся майор. Так, сразу нет. Сразу чего нет. Нет? Вы же с Москвы, вы же любите. Не надо, пожалуйста, сразу нет. Все, ладно. Антон, исчезни. Убирайте Антона. Работаем, снимаем. Будем снимать патриотичненько по-русски. Сегодня мы берем интервью у настоящих героев России. Вот они, русские люди. Русский человек, представитель России. Представьте, пожалуйста. Ализбек Абдулмеджинович Каримов. По-русски не получилось, но... Ладно, все равно попробуем. Россия — многонациональная страна, и рядом со мной стоит настоящий герой. Да, герой, да. У меня больше всех. Да. Что больше всех? Подписчиков в ТикТоке, да. 74. Да. На 74 больше, чем у Маги. Мага не может зарегистрироваться в ТикТоке. Да. Понятно. А вот на тех видео, что у вас выложены, там что? Там вы на видео подбиваете технику? Нет. А стреляете во врагов? Нет. А что? Я танцую. Я там танцую кавказский контемп, и еще, ну, там тренды всякие. Ну, сейчас вот это очень популярные. Скоро вообще будет Пасха, да, курочка и колбаска. Хотите посмотреть мою колбаску? Нет, спасибо. Подождите, пока мы продолжим дальше. Вот представьтесь, пожалуйста. Иванов Игорь, статья 245 УК РФ, 5 лет с конфискацией. Ну, не обязательно было все говорить. Скажите, Виктор, вы откуда? С Бутырки. Ага, я понимаю, там находится ваша воинская часть. Нет, там другая, хорошо охраняемое заведение. Но вы здесь по зову сердца. Нет, я здесь по зову Евгения Пригожина, статья 44. Так, все, остановитесь, пожалуйста. Ну, а вы ведь воюете за свободу России. Не, я воюю за свободу Иванова Игоря, статья 245. Все, остановитесь, скажите мне, пожалуйста, вам вообще приходилось бывать в бою? В бою? Вы бывали? Конечно, у меня даже медаль есть. Серьезно? Прекрасно, снимай, давай. Настоящая медаль, как вам ее удалось получить? Ну, короче, сидим мы с корешем в окопе, ну тут пуля шальная, кореша, короче, все, ну а мне подфартило. Ну а на груди у кореша медаль была, я взял. Мне за нее рублей 300 в интернете дадут? Жаль. Понятно, хорошо. А за что вы в тюрьму попали? Не, мне не для камеры, просто для себя интересно. Да по дурости там. Сидели с мужиками в гараже, бухали. По телевизору сказали, что за каждого уничтоженного леопарда платят по 4 ляма рублей. И... Ну я в зоопарк пошел, одного завалил. Ну а за второго меня уже менты приняли. Понятно, пока тоже мимо. Давайте попробуем поговорить с вами. Вы приехали сюда по зову сердца. По приказу военкома. Но вы готовы умереть за Россию? Если есть другие варианты, я бы рассмотрел.
послушайте, но вы же любите Россию. Конечно, люблю, люблю, но я не люблю умирать. А подождите, ну а как же подвиг дедов? Какой подвиг из-за этих дедов и из Кремля, и Минска? Мы все тут и сдохнем. Послушайте, ну при чем здесь это? Мы же воюем с фашистами, правильно? Вот скажите, вы видели фашистов? Фашистов видели? Видели, конечно, видели. Расскажите, когда, где? Ну, нам вчера показывали фильм «Аты-баты шли солдаты». Фашисты, конечно, звери, такие неприятные люди. А Быков молодец. Он такой с гранатой на танк. Вот это подвиг. Ага, скажите, а вот вы бы ради России могли совершить подвиг, как Быков? Не, как Быков нет, он же с Украины. Он против своих вряд ли пошел бы. Ну, хорошо, хорошо. А просто совершить подвиг, не как Быков, ради России. Так я совершил. Да? Снимаем. Давай, давайте, рассказывайте, да. Сейчас мы с вами узнаем, друзья, героическую историю нашего воина. Прошу. Ну, к нам приехали, значит, из генштаба. Так. Ну, товарищ майор поехал за водкой на танке. А мне сказали девочек организовать. Ну, где в части девочек найду? Антон был на задании. Ну, и мне пришлось своей героической задницей... Стоп! Трус. Я же тебе сказал, об этом никому не рассказывать. Да ладно, забыл ничего. Так, подождите. Давайте просто успокоимся все и попробуем что-то все-таки снять. Скажите, что-то же героическое у вас должно быть. Ну, может быть, кто-то из вас спас, я не знаю, товарища. Ну, я спас. О, как? Давайте, расскажите. Ну, слушайте, короче. Да, знаете, я представлю. Невероятную историю спасения боевого товарища расскажет простой российский парень. Поехали. Значит, ну, что там? Идем мы с другом по улице. По улице Донецка, разрушенного нацистами. Не, по улице Саратова, разрушенной временем. Идем, значит, видим, повестки раздают. Ну, я другу говорю, слушай, давай, типа, ну, целоваться с тобой. Ну, они подумают, что мы эти, ну, как их, ну, эти. Ну, и отстанут от нас. Ну, мы, значит, засосались. Ну, и так, друг меня взял за задницу, а я его за передницу. Я его взял, короче. Ну, мы заигрались, и ну, нас обоих загребли. И меня, и Антона. Ну, вот такая... Удали эту карточку. Послушайте, может быть, кто-то из вас был, я не знаю, в реальном бою. Кто-то был? Да, я. О, отлично, прекрасно. Давайте. Значит, мы штурмовали здание. Ну, я такой подхожу к зданию, дверь так, да, с ноги выбиваю сразу. Кувырок делаю, значит, и так с автомата ра-та-та-та-та-та-та. Потом мага за мной, короче, делаю два кувырка. Кувырок показывает. Не обязательно, не обязательно. Делаю два кувырка из двух автоматов. Ра-та-та-та-та. Вот так вот. А за ним, Абдулла, короче, делает три кувырка из трех автоматов. Ра-та-та-та-та-та-та. А Саур, мой друг, он должен был снимать это все на видео, но он кнопку не нажал. Короче, потеряли мы друга. Мы с ним не разговариваем, может. Ой, послушайте, ладно, давайте еще раз попробуем по-другому. Ну, скажите, может быть, кто-то из вас подбивал технику? На всякий случай уточню, украинскую. Вот, отлично, снимаем. Какую технику вы подбили? Что это был? Хаймарс, Леопард? Комбайн. Хорошо. Нацисты переоборудовали сельхозтехнику специально под танки. Да? Не, кухонный комбайн. Я в дом захожу, значит, смотрю, комбайн стоит кухонный. Но я его подбрил. Я спросил, кто подбивал. А, подбил, мне показалось, да. Подбрил. Так, ладно, все, попробуем еще раз. Сначала все, перематывай все к началу. Может быть, кому-то из вас, сложный вопрос, тяжелый, приходилось убивать? Отлично, расскажите, как это было? Да я следователю, в принципе, рассказывал.
Барнауле драка была по пьяни. Ну, я имею в виду здесь, на войне. На войне? На войне. Какая война? Подождите, у нас специальная военная. Заткнись! Слушайте, так, что? Слушайте, у меня здесь было. О, что было? Давайте, рассказывайте. А значит, чищу я автомат. Так, я так понимаю, в окопе. Ну, в казарме. Еще такой думаю, снимать рожок, не снимать. Думаю, не снимать. Значит, чищу, и тут друг подходит ко мне и такой, эй, у меня автомат, бах, из рук, бух, и все, друг, нет. Вот так я убил. Понятно. Как его фамилия? Ну, чтобы хоть родственникам сообщить, из-за кого это произошло. Да я не помню. Сейчас скажу, у меня его лопатник где-то. О, Господи. Подождите, давайте, смотрим на меня, я прошу вас. Может быть, у кого-то из вас, я не знаю, были ранения? Да, да, у меня. Вот, отлично, пулевое. Да, ножевое, да. Я так понимаю, вели ближний бой, правильно? В окопе с укропом. Нет, на кухне с ножом и картошкой. Это не подходит. А еще аппендицит мне вырезали. Нет, тоже нет. А травма в голове в детстве была. Я с овцы упал. Нет. Слушайте, у меня пулевое было. О, давайте, рассказывайте. Значит, чищу я автомат. Так, сразу нет. Не, вы дослушайте. Чищу я автомат, а напарник мне говорит, ты это, в курсе, что с ранением комиссуют? А, я понял. Вы сами себя встрельнули, правильно? Нет, нет, я майора попросил. Я как узнал, что он задумал, я ему сразу в упор всю обойму выпустил. Вот, одна пуля только в пятку и попала. И то рикошетом. Я понял. Послушайте, меня не интересуют ваши внутренние разборки, это понятно. Меня интересуют боевые ранения у вас были. У меня. Вот, рассказывайте. У меня все тело в шрамах. Осколки. Комары. Да под Херсоном дело было, они как налетели, они вот такие вот, вот реально, я вам говорю, они с какой-то биолаборатории. Давайте нам еще про боевых голубей расскажите. Что, вы? Снимаем, это может быть интересно. Я тут закрыл одну боевую голубятню. Слушаю вас. Подхожу к кабинету генерала, открываю дверь, а там генерал Антона полирует. Я говорю, фу, голубятня, и дверь закрыла. Хорошо, давайте по-другому. Вот просто, вы можете что-то сказать нашим зрителям? Стоит ли им принимать участие в СВО? Да без базара, пацаны, отвечаю. Вот. Нормальная тема. Из моих корешей еще никто не вернулся на зону. Это уже хорошо. Где они сейчас? Ну, в основном в контейнере. Может быть, вы? Да, да, все СВО, на все должны идти, потому что мы должны защищать русскоязычное население. Может, защищать? Да, да, защищать. До тех пор защищать, пока вот, ну, до самого окончания зачистки. Защиты? Да, да, зачистки. Так. Слушайте, а можно я посоветую? Давайте. Слушайте, пакеты не берите, здесь выдают. Хорошо, ладно. Давайте попробуем, знаете, просто снимем трогательный момент, как вы, например, общаетесь со своими родственниками. А что, можно общаться, конечно, что ли? У нас нет этих телефонов. Я дам вам телефон. Ой, правда? Сейчас я позвоню. Давайте. Тетя Надь. Алло! Алло, тетя Надь, здрасте! Алло, Кеш, ты! А? Как у вас дела? Как там Олежка? Тетя Надь, я хотел вам рассказать. Значит, чищу я автомат. Тетя Надь, ну, в общем, как бы нет больше Олежки-то. Спасибо, спасибо тебе, Кеша. Ура, Вань, ты слышал? Мы наконец-то Ладу получим. Радость какая! Не благодарите, тетя Надь. Так, ладно, может быть, с вами попробуем. Хотите? У вас вообще есть жена? Три. О-о-о! Да. Хорошо, вас отлично. Звоните им. Да. Алло, здравствуй. Дорогой, как там, Гульнара?
Хорошо. А Зурфия как? Хорошо. А Игорь? Хорошо, да. В общем, вся отара хорошо, да. Да, дай трубку ему, пожалуйста. Да. Привет, это я. Как ты там? Я тебя тоже... Я скучаю по тебе. Очень скучаю. Можно? Все, хватит. Я не знаю, каким образом выключаем. Мы каким-то образом вернемся и все смонтируем в Москве. Все, хватит. Что, все получилось у вас? Снимали? Да. Отлично. Слушайте, может, останетесь у нас с ночевкой? Поздновато уже, знаете, по минным полям ездить. А что, можно остаться? Ну, конечно. Вы как, кстати, к баньке относитесь? Ну, нормально. Настоящая русская? Конечно, настоящая русская. Сейчас Антоха вас отпарит. Знаете, как он парит круто? Эй, стойте, Антоха, давай баньку. Доброго вечора, ми з Дизель-шоу. Козаки та козачки, приходьте на нові патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Чекаємо на вас 13, 14 та 15 жовтня у МЦКМ «Жовтневий». Приходьте та відчуйте бойовий гумор. Влучні, як хаймарси, жарти та запальні, як Storm Shadow, зіркові гості. Продовжуємо разом тримати гумористичний фронт та допомагати нашим силам оборони. Разом допоможемо захисникам нашої незалежності. Нехай наші герої відчують вашу підтримку. Перетворимо жарти на донати, бо сміх подовжує життя, а донати наближають нашу перемогу. Приходьте, патріотичний гумор та безпеку гарантуємо. Не втомлюємось допомагати нашим героям, бо якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. 13, 14 та 15 жовтня. Нові концерти Дизель-шоу у Києві. Дизель-шоу. Та мне по барабану, давайте хоть вертолетом мне эту картошку доставьте, понятно? Обед у меня должен быть по расписанию. Генерал, доложите обстановочку. Это... Чего? Дожились. Генерал, боевой, докладывает какому-то КГБшнику. Когда такое было? У нас всегда так было. К учениям все готово? Да что там готовится? Конечно, все готово. У нас сегодня проходят 50-е, юбилейные, краснознаменные учения. И у нас поговорка в армии появилась. Тяжело в учении? Тяжело в учении. И в учении еще тяжелее. Вот так. Класс. Ну вот раз все серьезно, первый хочет сам приехать и все лично проверить. Вот, посмотреть. Короче, злой как с цепи сорвался. Вы что, Александра Григорьевича на цепь посадили? Это по медицинским показаниям или Путин приказал? Стоп, никто его никуда не сажал. Это образно. Образно. Вы задолбали со своими вот это образно, образно. Вон вы сказали, до блеска вылезать казармы. У меня вон целая рота с занозами в языках стоит, вон. В армии должно быть все четко, по уставу. Это понятно? Это понятно. Наверное, поэтому первый на армию так и надеется. Говорит, что, ну, вы его прям последняя надежда. Поэтому давайте, не подведите. Не подведем, вот. Не подведем. Баньку уже растопили, венички замочены. Девочки разогреты. В этот раз без девочек он не в настроении. Поэтому будем такой небольшой мужской компанией. Я не пойду. Почему? Потому что после его выступления, вот это про гей у меня и лесбиянок, я, знаете, как-то за тыл переживаю. Послушайте, да успокойтесь. Самое главное убедить его, что с армией все в порядке и что она его не подведет. Все. Ну, конечно, не подведем. Мы же не эти, тех, про которых он говорил в своем выступлении. Да, но... и самое главное, что мы, ну, как бы о приезде ничего не знали. То есть это как бы такая внезапная проверка. Понятно? Ну, ничего не знали. Внезапно. Как обычно. Все, как обычно. Понимаю, как обычно. Понимаю, да. Как обычно, да. Ага! Ой! Не ждали! Александр Григорьевич, как неожиданно! А вы здесь? Ха!
Ух ты! Генерал, а вы что, ждали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не ждал. Вот это неожиданность. Потому что я сама нежданность. Да. Если бы мы знали, что вы приедете, мы бы баньку растопили. Вот. Хорошо, что у нас банька всегда растоплена. Иди-ка ты в баню со своей банькой, генерал. Я приехал, чтобы проверить, в каком состоянии моя армия. Я хочу знать, есть ли у нашей белорусской армии еще зубы. Разрешите выполнять? Что выполнять? Построить всех на плацу, чтобы показали зубы. Показать зубы – это образное выражение. Образно. Образно. Другое место показать. А я говорю образно. Генерал, ты сейчас сам пойдешь в то место. Понимаешь, Александр Григорьевич хочет узнать силу нашей армии. Все. Да, я хочу знать силу нашей армии и показать эту силу. Мне надоело, что надо мной все насмехаются. Пора батьке наконец-то побряцать оружием. Разрешите выполнять? Что выполнять? Построить всех на плацу, и чтоб бряцали оружием. Генерал, это образно. Слушай, я пока еще с образами там не совсем разобрался. Смотри, просто чтобы ты понял, да, Александр Григорьевич хочет, чтобы, ну, весь мир понял, что мы тоже можем дать им всем просраться. Да! Сейчас уточню. А это опять образно, да? Точно. Понял. Неужели ты не понимаешь, генерал? Ты что, не видишь, что кольцо врагов вокруг Беларуси сжимается с каждым днем? А вместе с ним сжимается и мое колечко. Очкую я, генерал, очкую. Понимаю, понимаю. Боюсь я, что это контрнаступление украинское пойдет через Беларусь. По телевизору сказали, что на Крыме Мариуполь. Ты не смотри телевизор, ты меня слушай. Я в политике уже 30 лет. Это же обманный маневр. Я же тоже говорил, что через нашу территорию ни один русский солдат на Украину не пройдет. А, так это вы образно. О, все, теперь понял, разобрался с образами, все. А, Александр Григорьевич, ну все же нормально. Ну с чего вы вообще взяли, что они на Минск пойдут, ну? А как по-другому? Вспомни, когда санкции начались. Все самолеты через Минск летали, вся контрабанда шла через Минск. А сейчас почему по-другому должно быть? Ну, может быть, потому что у нас теперь есть ядерное оружие? Вы же сами об этом сказали. Это фейк. Подождите, как фейк? Об этом и русские заявили официально. Россия — это тоже фейк. Я извиняюсь, это вы сейчас образно или... Нет, это я сейчас репетирую на случай, если я попаду в плен. Александр Григорьевич, ну подожди, ну какой плен? Согласен. Лучше пулю в лоб, чем в плен. Разрешите выполнять? Это образно! Я понял. Ай, ну Александр Григорьевич, ну подождите, ну к вам же Шойгу приезжал, давал гарантии безопасности. Ну... Грош цена этим гарантиям безопасности после 24 февраля 22 года. Одна надежда у меня на мою любимую армию, поэтому я и приехал. Не подведем, не подведем. Как говорится, лучше граната в руке, чем беспилотник в воздухе. Ты зачем чеку выдернул? Ух ты, ёпты. Почему граната не взорвалась? Она образная. Послушайте, Александр Ильич, ну, мне кажется, смотрите, все нормально у нас с армией. Это вот у россиян очень плохо все, они уже не верят в свою армию. Уже даже парад победы решили не праздновать, ну. Че, за немцами, что ли, победу признали? Да нет, парад отменили в целях безопасности. Но мы же не будем из-за какой-то там безопасности парад отменять. Генерал, а не думаете ли вы, что это не очень умно сейчас собрать в одном месте всю нашу технику? Может, еще и украинцам скинуть геолокацию? Разрешите выполнять? Это сарказм! Так, подождите, стоп! Я только сейчас с образами разобрался! Вы мне сейчас какой-то сарказм тут еще суете! Так, потом объясню. Давайте лучше показывайте Александру Григорьевичу, что у вас здесь происходит на учениях. Да, все. Показывайте! Я хочу посмотреть на своих солдатушек. Это что, бинокль? Да. Да. Так... Ах, молодцы, как спрятались. Вот это маскировка, вот это я понимаю. Ничего не видно.
Красавцы! Как вам это удалось? Александр Григорьевич, это вам удалось. А! О, так лучше! Ух ты, какие мощные у меня солдаты! Экипировка какая! Техника натовская! У нас что, есть натовская техника? Это украинцы. Что? Они уже так близко! Все, полетели в Москву! Александр Ильич, успокойтесь, вы просто смотрите в сторону Украины. Это украинские пограничники, они всегда там находятся. Они защищают свою страну от нас. А наши где? Наши вон, разведчики, проводят разведку. Разведывают. Ага. Так, а что это? А что это там лоботряс вот этот вот на планшете играет? У нас армия или игровой клуб? Александр Григорьевич, это человек управляет дроном. Он дронщик. Плохо. Это наша с вами недоработка. Что вот так вот боец в нашей армии такой ерундой при всех занимается. Отпустите его в слабовольную... Увольнительную. Увольнительную. Пускай он там бабу какую-то найдет, а не дронит тут при всех. Это ж какой пример для всех остальных. Александр Григорьевич, вы не поняли, он дрон запускает. А со стороны смотрится, как будто он его теребит. Вон еще один подошел. Они теперь оба дронят. А если бы я Колю с собой взял, и он это увидел? А Коля у меня еще не дронит. Ладно. Что, началось? Куда можно спрятаться? Что это? Это наши войска отрабатывают огневую поддержку. А, это наши? Ага. Это снайпер работает сейчас? Пулеметчик. Изображает шквальный огонь. Мы же уже 2 года здесь. Патроны экономим. Так, понятно. Нам нужен план «Б». Я думаю, что армия не справится. Не переживайте, готов план «Б». Эвакуация в Москву, борт номер 1 заправлен. А если он не взлетит, как вчера? И как позавчера, и как позапозавчера? Тогда план «С», трактор номер 1 заправлен. 280 километров в час, и все, 3 часа, и вы в Москве. План «С» мне нравится. И еще мне охрана нужна. Вот эти ребятки, которые вчера мне понравились, очень четко они все слаженно работали. Это военный оркестр. А я думаю, что это с ними так весело? Так, слушайте, давайте, может быть, дальше продолжим. Посмотрим, может, никакой план «Б» и не нужен будет, правильно? Давайте посмотрим. Что это там ползет? Это танковая колонна. Из одного танка. Форсирует реку. Хорошо идет. Хорошо. Это что за бульбы? Он что, утонул? Да. А может быть, он отрабатывает подводную засаду? Да. Ну-ка, быстро мне командира этого танка сюда. Срочно меня на НКВ, танкового батальона, встаньте сюда! Это что еще такое? У нас тут армия или курорт? Это вы сейчас образно или сарказм? Что это? Я... Александр Григорьевич, ну может быть просто в танке было жарко, и поэтому военнослужащий снял форму... Допустим. Здравия желаю. И вам здрасте. Почему заикаешься? Что, батьку увидел? Испужался? Нет. Просто за 2 года службы в танковых войсках сегодня в первый раз танк увидел. Ну, такой здоровый, а когда завелся, я абас. Понятно. Ну, и где вы таких идиотов набираете? Танкистов берем из трактористов. Во-первых, рифма хорошая. А во-вторых, это нормальная практика. Трактористы — это наши люди, никогда не подведут. Ну-ка, рассказывай. Ты голосовал за меня? Нет. А почему это?
Зая, Зая. Что? Зая. Это я тебе Зая? Бал. Что? Бал был у дочери выпускной, и не успел проголосовать. Ладно, в следующий раз два раза проголосуешь. Расскажи мне, какая перед тобой сегодня стояла боевая задача. Я должен был на танке форсировать реку. А дальше? А дальше мы никогда не заезжали, река глубокая. Отпускай танкиста или пусть зубы покажет. Ну-ка сейчас пошел и сел в тюрьму. За что? За бал. Ты меня. Давай иди. Да, мы еще отрабатывали тут сейчас тренировочный превентивный удар по предполагаемому противнику. Вероятный противник отступил. Вероятно. Вероятно? Вероятно, нам капец. Так, все, заводи трактор номер один. Поехали отсюда. А за руль того танкиста? Лучше я за руль сяду. Так безопаснее будет. Все, поехали, до свидания. Так, подождите. У нас же еще танковый биатлон. Вы вообще нормальные? Я вам говорю, врагов куча вокруг Беларуси, а они тут устроили веселые старты. Вы бы еще фигурное катание на танках тут устроили. Так это зимой. А биатлон? Летом. Понятно. Все, поехали отсюда. Я раньше украинскую армию боялся, а теперь боюсь белорусскую. Что происходит? Вокруг сплошные идиоты. Где все мыслящие, думающие люди Беларуси? В тюрьме. По вашему приказанию. Это он образно. Ты если будешь шуточки такие шутить, ты тоже сядешь. Это он образно. Ты тоже сядешь. Это сарказм. К сожалению, реальность. О, господи. Это что за шум? Это наступление, да? Украинцы? Да нет, спокойно. Это группа специального назначения, наша элита. Отрабатывает штурм и зачистку здания. Это интересно. Так? Это что это бабахнуло? Ну, похоже, в этот раз здание победило. Значит так, виновных наказать, строителей наградить. Разберемся, накажем и... Стоп, подождите! Это же они сами и строили. Но им тут делать нечего было на учениях. Вот они и строили. Разберемся. Господи. Заминируйте тут все, пока мы будем отходить на Москву. Все. Кстати, вот как раз наши инженерно-саперные войска отрабатывают минирование территории. Саперы? Ну-ка посмотрим. А это так и должно быть, что сапер так высоко улетел? Да, он сейчас разведывает территорию. Ну, согласно нормативу, все как положено. Одна мина, один сапер. Так бухгалтерии считать легче. Боюсь, что у нас закончатся саперы быстрее, чем мины. Дима, летим сейчас же на Москву. Давайте самолет заводите. Кстати, что у нас с противовоздушной обороной? Я хочу, чтобы вы мне продемонстрировали. Есть продемонстрировать. И ПВО к боевую готовность. Я понял только ПВО. Ну, и почему они не стреляют? Надо ждать разрешения. Какое еще нужно разрешение? Приказал президент. Ну и я приказал. Но бухгалтерии пофиг. Она должна подтвердить. Одна ракета 500 000 рублей стоит. А! К ним на полигон приехал главнокомандующий, а они считают деньги. Мои причем. Давайте, может, пока что-то другое посмотрим, пока ПВО готовится. Что у вас еще есть? Я предлагаю десантников. Они точно не подведут. Элита! Давайте десантников. Этих я люблю.
Десантура, пошла! О, вертолет, вертолет, ты возьми меня в полет! Товарищ генерал, товарищ генерал! Ты что здесь нахрен делаешь? Ты же должен быть в вертолете! В вертолете картошка! Какая нахрен картошка? Которую на обед завезли, а мы ее не успели разгрузить. И тут команда на взлет. Скажи, чтоб сбрасывали картошку. Так точно. Ну, почему они не прыгают? Я хочу, чтобы они прыгали. Высоту набирают. Ну, давайте быстрее. Быстро учитесь. О, о, начали выпрыгивать. Ох. Как летят красиво, как лепешечки. Ты гляди, какие смельчаки. Угу. Уже земля близко, они даже не открывают парашюты. А почему не открыли парашюты? Элита. Им даже парашюты не нужны. А почему взорвали вертолет? Это кто сделал? Бухгалтерия дала добро. Молодцы. Дима, по борту номер один отмена. Они нам даже взлететь не дадут. Слушаюсь. Я не понимаю, генерал. У вас в армии хоть что-то работает? Так точно, повара. Это в моем ведомстве все. Разрешите обед подавать? Какой еще обед? У вас тут не армия, у вас тут кухонный комбайн. Согласен. Цирк в погонах. Работаем. Колхоз с автоматами. Так точно. Кто меня защищать будет? Да вы не переживайте так, Александр Григорьевич. Ваши генералы с вами до конца. Вот этого я и боюсь. Генералов? Конца! Перед соседями стыдно. Мне уже надоело придумывать, что у нас тут все хорошо. Все, нет, я уже так больше не могу. Честное слово, ну блин. Жить постоянно в страхе, изображать из себя дебила, чтобы вот этому пончику понравиться. А что перед этими соседями восточными все время прогибаемся, а? Что у них там лучше, чем у нас? Ну что у них там лучше вообще? Я видел их армию, там полный бред вообще. Так, Дима, этот генерал тоже сломался. Нужно как-то с этим разобраться. Слушаюсь. А с чем именно? Что непонятного? Нужно найти виновного, кто за все это отвечает, и посадить его в тюрьму. Ага. Так вот прям так, что ли, и сделать прям? Это приказ. Услышал. Генерал, арестуйте Лукашенко. Что? Это сарказм. Нет, это приказ бывшего верховного главнокомандующего. Что? Александр Григорьевич, руки вверх. Генерал, я напоминаю тебе, кто тебя поставил на это место. Развернулись и в тюрьму. В тюрьму. Потому что все должно быть четко и по уставу. Это понятно? Это понятно! Ну так вперед! Дизель-шоу. Наво ж та я ел гэты расійскі паёк, а? Ой-ой-ой. Так. О, тут нормально. Стоять, руки вгору! А! Здаюся, наво ж так пужаць, а? Ты кто такі, падлюка? Що ти тут робиш? Я гэта грибы збіраю. Які грибы? Підгівняшники? Ми тут все замінували. Нам інші міни не потрібні. Пробачте, я думав, що це ну, наша територія. Помилка сталася. Не дочекаєшся. Не треба, здаюся я.
Чекай, щось в тебе голос якийсь знайомий. Михась, це що, ти? Я? Микола, это ты? Я? Микола, кум! Кум! Давно не бачилися. Я не говорив уже больше года. Чого прийшов? Вибачення просити? За що? За що? Ти ще питаєш, за що? Ви нам за цей рік добряче понасирали. Ти ще прийшов тут. Як ти тут взагалі ходиш? Тут все заміновано. Не знаю. Ну, я думав, що ти так само любиш, да? Ну, так, кучку під кустик, ні? Та ні, ну ми реально тут все замінували. Тут таке стоїть, що тут і протипіхотні, протитанкові, і розтяжки. Ну, слухай, я не знаю, я за доволенням у себе сходив, але ж до нас гати приперлись росіяни. От, поэтому ми всі унітази сховали, тому що вони ж стибзять. Ну, звісно ж, стибзять. А багато їх там? Ой, мама, не бядуй. Приехали со своими танками, самолетиками, все загадили, ну, в смысле... Та зрозуміло, ага. Зрозуміло. Що це у тебе за модель автомата? А ну, дай подивлю. Якую далі? Він що, дерев'яний? Зато не заржавіють. Так, а вам же ж росіяни передали кучу зброї. Да якое? Наоборот, усе позабирали. І продукти позабирали, і техніку позабирали. Блін, фашисти! Ой. А чого ти боїшся? Хто тебе тут почує? Хто надо. А може, хто не надо. У нас, знаєш, один майор у бані мився, розказав анекдот про Лукашенку. І все, нема майора. Да. А нас у бані тільки двоє було. Ага. І голі. А куди ж це вони тобі мікрофона засунули? А, я тепер зрозумів, чого ти тут ходиш під кустики. Да ну тебе, я ще кум називаєшся. Та ладно, не ображайся. На, тримай свою летальну зброю. Але обережніше, раз у рік і палка стріляє. А може і стріляє, хто зна. Це небезпечна зброя. Я вчора її чистив, за нозу палець загнав. Олеся, 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 как птицы кричат. Це що зараз було? Це сигнал. Мої хлопці хвалюються. Ну, у нас просто і рації так само дерев'яні. Слухай, кум, я, напевно, пойду. Пойду. Та почекай, ну куди піду? Рік не бачилися, а ти одразу піду. Ну, розкажи, як дружина, як діти. Слухай, а можна я спочатку... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, терпи. Ви, білоруси, народ терплячий. Ви свого картопляного фюрера вже терпите 29 років. Слухай, так одна справа картопляний фюрер, друга справа фізіологічний процес. Нічого, потерпиш. Ти мені краще розкажи, як же ж ви так? Що ж ви свої полігони віддали? Фашистів там тренуєте? Ой, знаєш що, я скажу тобі по секрету. Ми їх так тренуємо, ви нам потім дякую скажете. За що? Ну, смотри, у мене сосед тренує роту російських саперів. І у нього в роті залишилося вже 2 чоловіки. Ясно. Уже, мабуть, один. Зрозуміло. Слухай, хотів спитати, а що це вчора бахкало, ніби мішки з картоплею з неба падали? Такий звук ще був, да? Ну, десь так. Це російський десант тренувався. Почекай, а що, парашути теж складав твій сусід? Ні, а вони просто прыгали з нашими парашутами. А вони з той же партії, що рації і автомати.
Касю ясь, конюшину. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-дум. Поглядаю на девчину. Та-да-да-тара-тара. Та хорош. Та-да-да-тара-тада. Хорош. Та-да-да-тара-тада. Та-да-да-тара-тада. Стоп, белоруська дискотека. Слухай, войду я, хлопцы шакаюсь. Та почекай, ти мені спочатку скажи. Ви наступати збираєтесь? Та ти що, на чому? Та хоча б на ваших тракторах. А де їх взять? Батька один трактор Путіну подарив, другой в Зимбабве какому-то. У нас весной не то, что наступать, у нас землю пахать не будет чим. Так, я читав, що він трактора подарував, а йому за це опудало лева. Ага. Прикольно. Наші союзники передають нам леопардів, а вам опудало лева. Ось навошто ти зараз нагадав про леопардів, а? Ну ось знову почалося. Почекай. Ти мені краще розкажи, як там мій похресник, твій синок? А, слухай, я його в Польщу відправив, там спокійній. Я зрозумів. Я свого в Німеччину. О, там так само спокійній. Ні, він вчиться там керувати леопардом. Ти знову, ну... Терпи, я тобі... Кажу, ти зараз поводишся от так само, як тоді на рибальці. Пам'ятаєш, коли ти траванувся горілкою цією московською, а я тобі говорив, не пийте лайно. Ага, усю неділю срачка була, пам'ятаю. Ну, ага. О, прикольно. І потім я ще неділю, там срачка на весь місяць розтягнулася. А пам'ятаєш, як гэта хрестили моєго сина? Ти красним батьком став, а? Так. А? І завжди своєму похреснику допомагав. Це правда. І тобі допомагав. І мені, правда. А ви? Ех ви. Слухай, ну, ми ж так само, як можемо, допомагаємо. Як? Ну, білоруський гаюн, полк Костуся Каліновського. Байпол. Білоруські партизани, пам'ятаєш, у Мачулішча самоліт стояв, нема, а у батьки наоборот, Мача, лежмав у Мачулішча. І я так само, ведаєш, ну, я так думаю, я один російський потяг з рек відправив. Ти? Так, серйозно. А як ти його підірвав? А я таки почув, що буде їхати по чигунці, гэтий російський потяг. Ну, думаю, зроблю все, що треба. Виходжу на рейки, становлюся. І так резко міну поклав. А ти ж знаєш російські поїзди, і він їхав, послізнувся, і все, капець. Ну, в цьому ти майстер. Ну, це так, це моє, це правда. Це я знаю. А пам'ятаєш, як ми разом з жінками у Європу їздили на відпочинок, а? На потязі. На потязі. Пам'ятаю. Ага. Ну, я думаю, що ще приїдете в Європу після того, як ми переможемо, а ви скинете свого таракана. Тож, приїдете до нас в Європу. А ви ж нас не пустите? Не пустимо. Слухай, ну що я можу в одиночку зробити? А от поки ви усі так думаєте, ви його ніколи не скинете. А знаєш що, а я не боюся. От хочеш, я тебе прямо зараз розкажу заборонену у нас там загадку. Заборонену? Розкажу. А ну давай. Хто такий вусатий полосатий? Хто? Ксінга-піжамни. Що? Ксінга-піжамни. Я не чую, кажи гучніше. Ксінзямні. А, Лукашенко в піжамі? Вусатий полосатий! Лукашенко в піжамі! Це смішно, це бомба! От ваш Лукашенко, от же жук колорадський. Хоче й рибку з'їсти, і в Гагу не сісти. А це так само смішно, я жінці розкажу. А її не посадять? Не розкажу. О, до речі,
жінці своїй передає від мене вітання. Я досі пам'ятаю, яку вона грибну юшку зварила тоді, коли ми з палатками по Дніпру ходили. Ага. О, я пам'ятаю, ти сало з собою тоді взяв. Що, ти не стримався? Ні, просто зараз пам'ятав вкус того сала. Боже, як смачно було. А ти ще тоді шашлика робив і замочував в мінеральній воді. Я ще думав, що за фігня. А смачно було. Смачно. А самогон твой забрикосав, а? Ти ж сам гнав гете самогон. Ага. Сам, правда, і випів. Ну, ти добряче сербанув. Сербанув, так. Які часи були. Що, слюнки потекли? Та ні, просто знаєш, такі смачні спомини, що мені слюнки через очі почали виходити. Ех, куме, куме, як же ж ви так, таку дружбу просрали? Не знаю, кум, не знаю. Слухай, ти мені тільки чесно скажи, а у вас в Україні, ну, фашистів нема? Чесно? Чесно. Є. Так як же так, а? До 24 лютого не було, а потім як поперли з Рашки, з Криму, і через вас колони йшли, ми це пам'ятаємо. Ну, слухай, ну хочеться якось мирно все вирішити. Ну. Та як ти вже це мирно вирішиш? Мирно вже не вийде. Вляпалися ви з цими росіянами. Та Катошку, а як ти думаєш, як усе скінчиться? Перемогою. А. А чиєї побєди? Ти що, не чуєш? Ніякої побєди, тільки перемога. Головне, щоб ви не лізли. Да ми не збиралися. Не збирались. А наші оці маневри постійно, кожного дня. А як нам ще пояснити, як ми за цей час стільки солярки списали? Слухай, а у вас в Україні бояться, що Білорусь нападе? Вже ні. А у нас бояться. Я просто пам'ятаю, помнишь, коли тогда дали, я полез на тебя, ты мне как дал, я запам'ятал. Ага, то то и своим передай, чтобы не лезли. Ладно, зараз постой тихенечко, мне треба зі своими зв'язатися. А, червону калину співати будеш? Та навіщо, у нас справжні рації. А где провод? Ну ти даєш. Тихенько тут, ага. Постій. Я тоді свої справи зроблю. Та давай вже, ага, роби. Давай. Гей! Блин, навошто так пугать, а? Я чуть превентивний удар по тебе не нанес. Тихо ти. Что? Давай, мочи фашиста. Тебе? Ты не меня, вон же фашист стоит. Нацик бендеровец. Где? Вон. Нет, это не фашист, это мой кум. Кто? Кум. Я сам сейчас. Ох, что это? А это моя мина, я вчера поклал. Блин, это ж надо было так в дерьмо вляпаться, а? Ой, слухай, вы так вляпались, что вы лет за 100 не отмоетесь. Ладно, я его сам сейчас с одного выстрела сниму. Ты что сделал? Зачем ты мне дуло погнул? Я не дуло погну. Это только что наша дружба народов загнулась. Ладно. У меня нож есть. Я его сейчас
врасплох застану. Ні, з Нянацька так само не вийде. У вас вийшло з Нянацька 24 лютого, а зараз уже не вийде. Тому я тебе кажу, давай, тікай. Та не хочу я стякать. Слушай, ти будеш його мочити, його кишка тонка. Какая кишка тонка? Я не буду его валить. Это мой кум. А я твой брат, русский. Да не может ты мне быть братом, если ты хочешь убить моего кума. Михась, а что это за лайно с тобою? Я русский солдат. Я так и сказал. Звідки ти взявся? А йон з нашого боку приповз. От. І ти знаєш, йон хотів тебе убити. Тоді, може, ми зробимо це? Ну так, наваляємо йому. Та не хочеться руки марати об це лайно. А ми ногами тупцюємо. Що? Що ви таке говорите? Ви що, я вас не розумію. Ви що, не можете на нормальному русском розмовляти? В цьому вся ваша суть російська. Спочатку кричите братський народ», а ось я розмовляю українською, він білоруською. І ми розуміємо один одного. А ти – ні. Знаєш що? Укроп. А що це таке щелкнуло? А це міна. Але це не моя. Це вже моя. Ну що, кум, був радий бачити. Побачимось у переможній Україні. І у вільній Білорусі. А я? А ти постой і подумай над своїми поводинами. Ну і хрен з вами. Мене тут учили... На сапера. Я сам себя сейчас и разменинию. А ось тепер, кум, треба бегши. Это последний солдат из роты соседа. Ух ты, чёрт! Дизель-шоу. Доброго вечора, ми з Дизель-шоу. Козаки та козачки, приходьте на нові патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. Чекаємо на вас 13, 14 та 15 жовтня у МЦКМ «Жовтневий». Приходьте та відчуйте бойовий гумор. Влучні, як «Хаймерс» і «Жарти», та запальні, як «Сторм Шедоу» зіркові гості. Продовжуємо разом тримати гумористичний фронт та допомагати нашим силам оборони. Разом допоможемо захисникам нашої незалежності. Нехай наші герої відчують вашу підтримку. Перетворимо жарти на донати, бо сміх подовжує життя, а донати наближають нашу перемогу. Приходьте, патріотичний гумор та безпеку гарантуємо. Не втомлюємось допомагати нашим героям, бо якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. 13, 14 та 15 жовтня. Нові концерти «Дизель-шоу» у Києві. Дизель-шоу. Та тихо ти. Я просто водички набрать, кипяточку. Ну не злись. Я кипяточку наберу и назад. Привет, бабка. Фу ты! Напугал! Я чуть не умерла второй раз. Бабка, а где это я? Как где? В аду. В аду? А так на Воронеж похоже. Только, знаешь, здесь как-то все поприличнее, прибрано, что ли. Слушай, бабка, я не понял, а что это в ад я попал? Мне в рай обещали. И вам и про учение рассказывали, и про спецоперацию обещали, да? Подожди, скоро все руководство здесь будет, да? Ага. Я все равно не понимаю, что я тут делаю-то, а, бабка? Как, что здесь делаешь? Ты же на войну пошел,
Людей убивать, вот и... Да нет, я не на войну, я пошел на специальную военную операцию. А, ну тогда это специальный отдел рая. Подожди, ну я-то вижу, что это ад. Ну не все так однозначно. Да слушай, ну мне вообще нельзя в ад, я крещеный. Крещеный? Да. Московский патриархат? Ну конечно. Ну вот, у своих и спросишь. Чего ты здесь делаешь? О, все руководство твое. Вон там сидит. Котел номер 666. Общий. Самый большой в этом отделении. Да я понял. А ты-то что тут делаешь? Тоже много грешила, да? Ты что, дурак, что ли? Я из рая. Ну, кипяточку пришла набрать и снова туда. Ну, просто в раю сейчас перебои с... водоснабжением. Из-за вас, кстати. А что это из-за нас? Мы что, и рай бомбили, что ли? Ты что, совсем как контужены, что ли, а? Рай бомбили. Наплыв ваших вад сейчас очень большой. Очень поток идет, и понимаешь, электричества на всех не хватает. Вот и отключают. Да ладно, что, в раю и свет выключают? Ну, это ж просто рай, а не Печерские липки. Дают, знаешь, дают, потихоньку дают. Хоть раз в день, но включают. А как ты умер, слышишь? Короче, я не помню. Помню, последний мы в Украину попали, да, оружие нам дали, и потом мы сразу в окружение, ну, в котел попали. А, ты из котла сразу в котел. Ясно. Очередной чмобик. Кто? Ну, могилизированный. Чего? Короче, ты грейся давай, потому что в этом году, говорят... В аду холодно будет. В аду холодно? Почему? Ну, потому что, я же говорю, веерное отключение. Отключать будут. В общем, плавай, грейся, у меня нет времени. Бабуль, подожди. А может быть такая фигня, что типа я ну не умер, да? А меня там просто где-то еще контузило, вот и все. Вашу страну всю контузило. Еще до войны. Слышь, бабка, а я, кажется, понял. Ты с Украины, да? Да, из Украины. Ага. А что ты по-русски разговариваешь? Ну, в аду все по-русски разговаривают. Это ж ад. Тут все так разговаривают. Фишка такая, понимаешь? Все равно я не понимаю, почему я в аду? Ну, мне же Путин обещал, что я буду в раю. А мне Горбачев квартиру обещал. Да, Ленин со Сталином тоже много чего обещали. И чего? Ну, все здесь вон, сидят. Они ж думали им вип-котлы построить. Не, в аду коммунизм. Все в одном общем котле и сидят. Привет. Понятно, бабка. Слушай, а что мне, в рай никак нельзя попасть? Ой, да, ты знаешь, раньше русских пускали. О. Ну, на экскурсии. Да, а потом... Запретили, строгие ограничения уже. Почему? Да, ну просто у нас же алкоголь бесплатный, импортный. Да, вот вы, ваш пан, напивались, начали бегать, орать, райна. И что с ними сделали? Ну, сначала поржали с них, а потом в один общий унитаз спустили, и все здесь. Чё ты мне чешь, бабка, в какой унитаз? В унитаз Бога. Ну, который буряты у него хотели украсть. Представляешь? У Бога унитаз хотели украсть. Кстати, ты хорошо, что стиралку не украл вон ту в Украине. Да, все, кто стиралки украл, в них вот вечно здесь и кружится. Вот. Блин, бабка, ну нахрена ты напомнил? Вот меня все крутить начало. А где здесь в аду в туалет ходит вообще? А, ну здесь как? Это же ад, каждый в свой чан и ходит. А воду часто меняют? Два раза в неделю. Ну, неплохо, чаще, чем в Воронеже. Из чана в чан переливают. Блин, понятно. Ну, знаешь что, а я возьму просто и пожалуюсь кому-нибудь, и все. А кому ты жаловаться будешь? А кто здесь главный? Здесь очень похожая модель, как в России. Главный черт. Ага. Да. Бесы его очень любят, окружают его. Ага. Вот. Народ иногда
до кипения доводять, и... а не только бунтовать, а им праздник устраивают, ну, как вот блины с лопаты раздают. Да, как у нас в Воронеже, охрененно, ты бабка вспомнила. Круто. Слушай, ну а если наши что, буяне, что, некому их припугнуть даже? Ой, как Люцифер их только не пугал. Говорит, кожу заживо сдирать буду. Ага. В смоле варить вас буду. Заставлю языками сковородку раскаленную лизать. А они? А они говорят, где за вас проголосовать? Ладно, бабка, слушай, ну, в принципе, я здесь уже осваиваюсь. Скажи, может, здесь какой-то, ну, телевизор есть? О, не, раньше были, ага. Потом Люцифер запретил. Ну, сначала российские каналы только, а потом все остальное. Говорит, большее зло, чем он сам. Нельзя, а тут нельзя. Понятно. Ну что, вообще ни одной программы никакой нельзя посмотреть? Ну, ты не волнуйся, скоро Соловьев... со Скобеевым лично будет те новости рассказывать. Нормально! Да. Нормально! Отлично! Ну, в принципе, тут прикольно. Блин, жалко, я только домой не успел позвонить. А, так, ну, звони. О, а тут что, и связь есть? Ну, конечно. Мы ж прям под Воронежем и находимся. Удобно. Алло, пап, привет, я в аду. Ты тоже? Не, пап, я выехал с Воронежа. Что ты не можешь говорить за рулем? Не, ну... Стоп, пап, у нас же нет машины. Какая белая Лада? Теперь есть. А, алло, пап, пап! Блин, трубку кинул. Бывает. Бывает. Ой. Никифоровна! Ты чё здесь опять трёшься, а? Ну, чего трусь? У нас же там в раю тихо, спокойно, на облачке едешь, катаешься, скукота, одним словом. А так хочется иногда поностальгировать, в темноте чаю попить, ну, как в Херсоне. Что ты мне лепишь, а? Что, я не знаю, что ты приходишь сюда русню кошмарить? А что, им там можно было, а мне здесь их нельзя? Дед, а? Здорово, а у тебя что в мешке, тоже кто-то из наших? Нет, картошка. Картошка, а нахрена? Говорят, ждем какого-то очень важного человека с Беларуси. Мы его прям в картошке варить будем. Ага. Прикольно. Пюреха. Да, слушай, а может тебя это, закурить есть? Да, конечно, вон, полно, он бесплатно раздают, кури сколько хочешь. Вон там? Ага. Класс, а может там еще и алкогольчик есть? Да наливают там хоть, залейся, вон, бесплатно, пей сколько хочешь. Класс, а девки есть там? Да вон полно, пьяные накуренные валяются, бери любую, сколько хочешь. Класс, блин, я не понимаю, почему вы это адом называете? А ты попробуй из чана вылези. Блин. А кто это кричит? Ну, это эти гады, которые ракетами по Украине стреляли. Вот. И украинцы же сказали, куда они себе могут эти ракеты засунуть. Вот, засовывают. Понятно. Ты не волнуйся, тебе тоже засунут. А мне-то что? Я никого не бомбил, тут надо разобраться. А здесь не разбираются. Черти одним словом. Ой. Давай, а что там, что остановится? Вы что делаете? А? Чего? Вы что делаете, говорю? Так это, ну, чтоб тебе теплее было. Какой нахрен теплее? Чего вы меня не спрашиваете? Надо мне это или нет? А это как ваши референдумы на оккупированных территориях. Никто ни у кого не спрашивает, просто провели и все. Точно так же. Хорош. Все, я не хочу, отпустите меня домой. Да кто тебя держит-то? Дуй свой Воронеж. Воронеж? Не, ну его нахрен, я лучше тут буду. Да. О! Ого! А это кто? Ничего себе, сколько генералов-то, а! Это ж куда наши так
попали хорошенько. Да это не наши попали. Это же они сами по себе стрелять начали из-за своих недоспутников. Значит, победа близко. Близко, ага. Победа. Так, найти телефон. У тебя есть один звонок. И передай всем своим. Если вы из Украины не уйдете, вы все сюда попадете. Понятно тебе? Ось воно сидить, ваше чмо. Я бы попросил, я представитель России в ОБСЕ. Я попрошу не оскорблять российских военнопленных. А я и не оскорблял. Це офіційна абревіатура. Частково мобілізована особа. Чмо. Скоро буде пісюном. В смислі? Підлягаючи індивідуальному солдатському юридично-номенклатурному обміну мобілізованих. Або гімном. А це як розшифровується? Це не розшифровується. Це по факту. Коротше, у вас 5 хвилин. А, подождите, чому так мало? Вам, росіянам, більше часу не можна давати. Ви починаєте проводити якісь референдуми, а я не хочу, щоб нашу тюрму приєднали до Колими. 5 хвилин. Добрий день. Здравствуйте. Я Дмитрий, представитель ОБСЕ. От, как зовут вас? Ваня. Ваня. Какое редкое имя для российской армии. Ваня, Ванечка, а почему мы в Буденновке и в Галифе? Так я же из последней волны мобилизации. Нам форму уже из музеев выдавали. Так мне еще повезло. Вон товарищу кольчугу выдали. Ну, так он... Дождик пошел, он и заржавел. Я понял. Вань, Вань, все, не надо волноваться, все будет нормально. Вот здесь у нас камера, мы сейчас кое-что запишем, да? На камеру? Да, на камеру мы запишем кое-что. Так, расскажи, пожалуйста, как над тобой издевались. Все, давай. Ага. Значит, дело было так. Да, давай. Жил я себе спокойно, жил... А не тужил. И тут повестка. Херакс. Военкомат, автобус. Бух, бух. Госпиталь. И вот, слава богу, я здесь в плену. Ванечка, ты, кажется, не совсем меня понял, ну, да, Ванечка? Наверное. Не, наверное. Жмет Буденновка, да, наверное? Вот. Смотри, Ванечка, смотри, смотри. Расскажи мне, пожалуйста, как над тобой издевались здесь, в плену. Понимаем, да, такое? Здесь, в плену. А, здесь. Здесь, в плену. Здесь, в плену. Да, да, понял, да? Готов? А, давай, все, работаем. Здесь, в плену, надо мной не издевались. Украинцы вообще такие хорошие, отзывчивые люди. Особенно вот этот... полненький, что заходил. Такой добряк! Что не так? Да все не так. Вань, давай, соберись, ты своих родных увидеть хочешь? Увидеть? Ну, можно было и увидеть. Вот. Я их слышу постоянно по телефону, но у них в телефоне камеры нету. Вы не могли бы им новый телефон? Да мне насрать на твоих родных, Вань. Так, давай, смотри, соберись, пожалуйста. Мне очень важно, чтобы ты сейчас сказал, как тебе плохо относились здесь, в Украине. А, на территории, ясно. Да, понял. Ясно. Давай, все.
Когда мы ехали в автобусе, меня избили. О, это уже что-то. Сколько раз? Два раза. Два раза, хорошо. Да. Плохо, мне было очень больно. А отлично, да. Что было дальше? Давай. А потом мы въехали на территорию Украины. На учение, типа. Знаете, на учение. И там прямо в автобусе эти кадыровцы меня хотели это вот. Что хотели кадыровцы этого? Знаете, у меня такая особенность одна есть. Я когда сплю, я вместо храпа издаю звуки, похожие на козочку. Я вот так... Ваня! И вот я просыпаюсь, а передо мной вот такая вот борода волосатая и огромный нос. Уверен, что борода? Я не уверен, что это был нос. Значит так, Ванечка, смотри, да. Меня не интересует, что с тобой было до плена, это понятно? Это понятно. Да. Меня интересует, как тебе было плохо в плену, это понятно? Это понятно. Все, давай рассказывай. Мне непонятно, как я могу говорить, что мне было плохо в плену, если мне здесь было хорошо. Вот это непонятно. Значит, Чмоня, смотри сюда. Если ты прямо сейчас, Чмоня, если ты мне сейчас не расскажешь, как тебе было плохо здесь, какие траблы у тебя были здесь в плену, ты своих родных не увидишь. Понятно? Да понятно. Ну все, давай, расскажи, какой ужас творился тут в Украине. А, так вы про Украину спрашиваете? Ну так вы бы так и сказали. Я так и сказал! Всё. Давай. Значит, так... Украинцы жили нормально, тихо, спокойно, мирно. И тут Россия, херак! Бабах! Самолеты, вертолеты, нахера спрашивается? Такой ужас начал твориться в Украине! Что не то? Ты дебил? Я контужен. На фронте? В автобусе. Меня, когда били, я сильно головой об кулак ударил. Послушай сюда. Ты мне хочешь сказать, что над тобой не издевались, что ли, а? Издевательства были. Издевались над тобой? Издевались. Так что ты молчишь мне, давай? Так вы не спрашивали про издевательства. Давай, расскажи мне, как над тобой издевались? Давай. Издевались давай. Надо мной 3 раза в день. Так, пытали. Кормили. Завтраком, обедом и ужином. В обед очень усиленно, знаете, кормили. А, понятно. Наверное, есть жалобы к еде, правильно? Конечно. Вот, давай. Вы бы попробовали этот борщ. Мало того, что он вкусный, так он еще и с мясом. После наших российских сухпайков, представляете, борщ с мясом попробовать? Это издевательство! Ну я 3 килограмма лишних набрал. Гады. Че ты плачешь? Вспомнил. Вспомнил? Отлично. Давай, рассказывай, что вспомнил. Давай. Они борщу еще помпушки давали. С чесноком. Так, послушай сюда. Ванечка, Ванюша, Вонятка, Вонь, ты понял, кто ты? Давай, соберись. Смотри, Ванечка, либо ты мне поможешь, либо я тебе помочь не смогу. Так я говорю все, что вы меня просите. Да ни хрена ты не говоришь! Так, думаем. А, ссадины, ушибы есть у тебя на теле какие-нибудь? Ссадины, ушибы были. Давай, расскажи мне. У меня было много ссадин и ушибов. Отлично. Но украинские врачи мне дали мазь такую классную. Зажило все, как на собаке. Собака. Может, тебя называли собакой? Или свинособака, или еще каким-нибудь животным тебя называли? Меня нет. Да блин. Но сегодня кого-то из русских так называли. Отлично. Давай, рассказывай, кого. Сегодня в камеру так. Зашли ко мне утром так. И сказали, собирайся, ага. За тобой приедет какой-то русский козел. Oh, 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 oh
Значит, смотри сюда. Либо ты у меня сейчас вспомнишь, да, как тебя запугивали в плену, либо ты у меня в тюрьме сгниешь. Вспоминай, тебя запугивали. Меня? Да, запугивали тебя, я спрашиваю. Да! Запугивали, рассказывай мне, давай, быстро, как тебя запугивали. Да, меня запугивали. Запугивали. Кто запугивал? Меня запугивали в тюрьме. В тюрьме? Когда? Сегодня? Сегодня. Да, кто? Кто? Вот этот мужик. Я понял. А, я понял, я тебя распустил, Ваня-пук. А, я тебя раскусил. Тебя заставляют это говорить, да? Заставляют. Тебя вот этот вот здоровый, что тебя заводил, он тебя заставляет это говорить, да? Тебя заставляют? Говори, заставляли меня, тебя? Меня заставляли. Заставляли. Говори мне, кто заставлял, что заставлял? Давай. Меня заставляли мыться. Хотя бы раз в два дня. С мылом. Я так понимаю, на улице под ледяной водой, да? Нет, под теплой. Из бойлера. Представляете, у них в тюрьмах есть бойлеры. Куда вы выключаете? Нужно всем рассказать нашим, чтобы сдавались в плен, в бойлерах мылись. Теплая вода, представляете? Теплая. Сдавались из-за бойлеров? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, половина, кто со мной ехал, мечтали об этом. Кто о бойлере? Кто о стиралке? Кто о мясорубке? Вот я и подумал, зачем за это воевать? Просто в плен сдался и все, пользуйся на халяву. Я не понимаю, а что за животные инстинкты такие вдруг у нас появились, а? Ты же вроде человек. А может, я только здесь почувствовал себя человеком? Значит так, смотри. Все равно ты должен мне помочь. Давай думать. Может быть, у тебя были какие-то сексуальные контакты помимо твоего желания? Ну, такое что-то было? Было. Что ж ты молчал? Давай, рассказывай. В школе учительница физкультуры позвала меня в свою подсобку. Да какая нахрен школа? Какая учительница? Подождите, я должен рассказать. Я никому об этом не говорил. И уже там, в подсобке, выяснилось, что это никакая не учительница, а учитель. Заткнись, я спрашиваю, здесь, в плену, у тебя были какие-то социальные домогательства к себе? Здесь, в плену, вы мне только 10 минут, мозг уже это... Так, Ваня, все. Смотри, давай успокоимся. Мы немножко все на взводе. Да. Ты на взводе, я на взводе. Успокоились. Да, все, успокоились. Давай начнем сначала. Давай. В автобусе, давай. Когда ты ехал, ты рассказывал, тебя за что били, Ваня? В автобусе, да. Меня избили совершенно ни за что. Даже не сомневаюсь. Ага, давай, рассказывай. Я просто сказал, что это ошибка, и мы не должны ехать в Украину. Вот и все. А второй раз? Второй раз они меня избили, когда они сами осознали, что это ошибка. А я, видите ли, виноват в том, что в первый раз их не переубедил. Вот в чем я виноват был. Вань, нам надо что-то делать. Вань, нам нужно что-то делать. Давайте, Вань, что-то делать. Да, я знаю, что нам нужно делать. Вань, я, знаешь что, я, Вань, сейчас тебе зуб выбью. Зачем? А ты на камеру скажешь, что это украинцы сделали, а? Так украинцы мне наоборот зуб вставили. И еще два Заткнись! Я тебе нос сломаю. Зачем нос? Ну как, сломаю тебе нос, а ты скажешь на камеру, что это украинцы сделали. Так украинцы мне наоборот гайморит вылечили. Хронический. 20 лет гайморит был, а там... Может, тебе по яйцам дать? Там же вряд ли что-то ремонтировали. Это как сказать. Скажите, если психолог отучил чесать, это считается? Так. Еще мне задницу зашили. Что? Задницу зашили. Че ж ты молчал-то, задницу? Вот изверги, а? Я думал, только мы такое делаем. Давай. Дело было так. Ага. Я сидел спокойно на ящике с боеприпасами и курил. И тут неожиданно раздался хлопок. Что? Ну, бавовна.
Какая бавовна? Ну, короче, что-то бахнуло, и мне разорвало задницу. А украинские врачи мне ее зашили. И так аккуратненько, практически не видно. Показать? Не надо! Лучше бы тебе рот зашили. Так, ладно, думаем дальше. Что нам дальше делать? Значит, смотри. Я не знаю. Может быть, на тебе какие-то опыты ставили? Опыты были. Да что ж ты молчал? Так вы не спрашивали про опыты? Так я сейчас спросил про опыты у тебя. Но... Так, что на тебе проверяли? Лекарства, оружие, что проверяли? Давай. Голубцы. Что? Здесь по четвергам дают голубцы. А я ничего вкуснее в жизни не ел. А, я понял. Они добавляют туда наркотики, психотропы какие-то, да? Да. Фарш. Они кладут в голубцы фарш. Оказывается, если в капусту класть не квашеную капусту, а фарш, то это безумно вкусно. Нужно рассказать, чтобы наши в плен сдавались, жрали голубцы. Вы попробуйте хоть что. Значит, смотри сюда, все, ты вывел меня, видишь? Ты меня вывел, видишь, я нервничаю, видишь? Да вижу я, что это я нервничаю. Я вижу. Значит, смотри, как хочешь меня, хочешь голову свою о стол разбей, хочешь ремнем себя придуши, хочешь палец себе отгрызи. Ой, а вы говорите прямо как мой военком. Но только он еще в конце говорил, все равно служить будешь, сука. Слушай, недоделанный, а? А ты домой хочешь? Знаете, домой? Раньше было желание у меня... А теперь, ну, вы подумайте сами, меня здесь кормят, поят, я в тепле, нам новости дают смотреть настоящие, телеграм-каналы и русские, и украинские. Я научился думать, анализировать. Я назад в ваш дурдом уже не хочу. Слышишь ты, а чё ты мне чешешь, а? Они когда с тобой разговаривали, ты их как понимал? Ну, я им сказал, что я не понимаю, и они перешли на русский. Ага, а потом? А потом я выучил украинскую. И мы спілкувалися с певучою солов'їною мовою. Ось так. Час вийшов. Збирайся. Куди? Обід же про півгодинки. Це не обід, це обмін. Обмін? Ха. Знову постіль будете міняти. Кожного дня міняєте. Здесь постіль, кожен день міняють, представляєте? Тебе, чмоня, міняти будуть. У нас намічається великий обмін. Збирайся. Що? Який обмін? Не треба обмін. Я не хочу. Я не можу. Я ще шарфік не дов'язав. Збирайся, чмоня, я довежу. Не треба. Перестань. Не треба, будь ласка. Чмоня, перестань. Чмоня, фу. Чмоня, фу. Ні, Ігор Егорович. Фіксирую факт сексуального насилия над русским военнопленным. Чмоня, та встань ти. Ну чого ти істериш? Ти ж їдеш до своїх. Це ж гарна новина. Ні, для них це не гарна новина. Вони мені сказали, що не мене чекають, а якусь білу ладу. Господи, до якої камери не зайдеш, усюди ця біла лада. Нічого страшного, поїдеш, скажеш, що ти не хочеш воювати. Давай. О, ні, у нас не можна казати слово воювати. Скажеш, що ти не хочеш спецоперувати. Давай. Ні. Ну чому я? Я ж не Медведчук там какой-нибудь. За мене жена не просила. Слышь, я что-то не понимаю, ты чего? Вообще реально тут ничего не боишься, а? Боюсь. Ну так скажи мне, чего ты боишься? Я боюсь, что сюда прилетит русская ракета. Моня, поехали. Ну, будь ласка, не. А можно мне хотя бы
селфі з бойлером зробити. Ти чо, охренел, не позор русскую армию? Ну, хоча б з унітазом. Мені ж ніхто не повірить, що у них в тюрмі унітази стоять. Якщо ви мене обміняєте, я всім розкажу, що ви мене били і питали. А я і били, ясно? Ми тебе і пальцем начіпали. А я скажу, вони мені зуб сломали, вони мені нос сломали. Да, і по яйцам ударили. Що? Видите, ударили. Чмоня, ну ты ёлоп. У нас же тут не только бойлеры, унитазы. У нас еще в кожній камере камера стоит. Оно, дивись. Так что можешь битися сколько хочешь. Слушай, а можно я за вас воювати буду? Та нахер нам такий вояка потрібен? Ти ж ні в кого не попадеш. А чого ти? Бо ти два тижні вчився попадати в пісюар. Ну так, я цей пристрій вперше бачив. Ми це зрозуміли, коли ти почав там голову мити. Слухайте, на кого ви мене обміняєте? Я ж чмо, ну чмоня, ну на кого? Зараз у нас гарний курс. Десь 200 чмоней на 20 героїв міняють. Так, слыш, іди сюди, знаєш що? Після того, що ти здесь устроїв, ти сразу із цієї тюрми попадеш в нашу тюрму, понял? Так а смисл? Із ваших тюрм знову в Україну відправляють. І я опять в плен. Зачем вам ці транспортні розходи? Збирайся, чмоня, собирайся. Слухайте, ну можна мені хоча б братика дочекатись. Якого ще братика? Рідного свого. Я йому розповів, як я тут живу. Він одразу все в своєму Мухосранську продав і вже контракт з армією підписав. Вже їде до полону. Чмоня, ну навіть якщо я тебе залишу, на кого ми будемо міняти наших захисників? Ну, я... А ты чего на меня смотришь? На него и меняйте. Він по-любому ФСБшник. И нерядовый. Він вже в камері. А це слушна думка. Ну, давай, постережи його пару днів, а я спробую домовитися. Наказ зрозуміло, рядовий чмоня. Так точно! Слава Україні! Героям слава! Героям! 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 Дизель шоу! О, клює, що це у нас тут? О, це уловчик. Крейсер Москва. Матрос Окунєв. Доплавався ти, Окунєв. Де? Приплили. Ти ж нічого собі, матінка Божа. Цікон, цікон, я перший. Ми на пускових рубежах, ждем команди. Слухай мою команду. Здавайся! Внимание, внимание, вы находитесь в территориальных водах Российской Федерации. Нічого собі я прикорнув. Починав рибачити під затокою. Ух, куди мене віднесло? А де це я? Це що, Сочі чи Геленджик? Крим, Керч. А, то ви, хлопчики, не в своїх територіальних водах, а я в своїх.
А в своїх територіальних водах можу робити, що хочу. Ось ловлю кефаль. Точніше, ловив. Бо піймав якихось двох рапанів. Так, ми русські офіцери, не оскорбляйте нас. А це не оскорблення. Ви що, це у нас поважно в Україні так звертаються до один одного. Українці звертаються пан, а до росіян рапан. А, нормально. Уважаю, уважаю. Так. Так, внимание! Я русский военный корабль. Назовитесь. Русский военный корабль? Господи, я ж цього моменту чекав. Я ж про це мріяв. Русский военный корабль. Иди на! Аж отлегло. Что, простите? Повторю, русский военный корабль. Иди. Не надо, мы поняли, поняли. Так, назовитесь, иначе мы открываем огонь. Добре. Украинское, рыбацкий, мінний тральщик. Чайка 2. Капітан Єгор Стецько. Одразу кажу, в полон здаватися. Не буду, буду битися до останнього орка. Ви вот этим угрожаєте русскому воєнному флоту? Смішно. Смішно? Це ти матросу Окуньову розкажи. Ух ти ж, зараза, скільки вас сюди понапливало. Да-да. Це ж поки вас всіх перетопиш, можна запізнитися до комендантської години додому. Ладно. Хто перший? Ти диви, ще й якийсь кавелдик всплив. Нікакої це не кавельдик. Это подводная лодка проекта «Палтус». Между прочим, вооруженная калибрами. Да. А, так ось він як виглядає. Ну нічого, ми його на дно пустимо. На екскурсію до крейсера «Москва». Циклон, циклон, я первый. К пуску готовы, ждем команды. Первый, одну секунду, устраняем плавсредство. Алло, це ще хто кого устраняє? Чуєте ви, гондольєри? Никакие мы вам не гондольєри. Мы военнослужащие военно-морского флота Российской Федерации. Я так и сказал. Почему вы общаетесь с нами в неуважительной форме? А? Я капитан первого ранга, попрошу впредь обращаться ко мне уважительно. Рапан. Ну, добре, рапани, так рапани. А знаєте, як у нас в Одесі вас називають? Как? Как? Форшмак. А як ви із Одеси сюди приплили? Та як, рибачив собі спокійно, потім летить ваш шахет. Я його на спінінг піймав, розвернув, він мене як потягне, ось тільки тут відпустив. А где сам шахет? А у нього, бачите, білий дим на аеродромі в Криму? Це ваш шахет додому повернувся. Так, ми предупреждали, що любое плавсредство ми будемо рассматривать як потенціальний перевозчик оружия. Все правильно, я якраз перевозчик оружия. Так, здавайте нам оружие і самі здавайтесь. Зараз, як скажете. Давайте. Вот так-то. Ладно. Опа! Це ваша? Ні, оставьте себе. Що значить оставьте себе? Шахід повернувся додому. Хай і ця хрін повертається. Давайте! Ой, слава Богу, не взорвалось. Это точно наша. Они взрываются 50 на 50. Да.
Значить, друга точно взірветься. Ваша? Ти мені зараз нагадуєш Організацію Об'єднаних Націй. А толку ніякого. Так що, ваша чи ні? Да не знаем мы, наша, не наша. Я зараз вам кину, вы поближе роздивитесь. Не-не-не-не-не, не надо. Что значит не надо? Це вам ответочка від одеситів за храм и за порт. Кидать. Запомните, да. Одесса — это русский город, и мы его обязательно возьмем. В Одессе вы возьмете только то, что видно у дюка с другого люка. Передавайте нам, но только очень осторожно. Аккуратно. Зараз, зараз. Секундочку. Что вы делаете? Зачем? Песочек, песочек, струшую. Не хочу, чтобы ані клаптика украинской земли вам под люком не досталось. Циклон, циклон, что там у вас? Первый. Я циклон, осторожно. В районе пусков мина. Будьте осторожны, корабельная мина. Подиви, падлу злився першим. Нічого, ми його під водою знайдемо. Так, тепер ви. Ну давайте, підходьте, хто перший? Ну, камон! Ви хочете весь російський флот потопити одною міною? Що це одною? У мене їх багато. Там під Одесою багато їх плавало. Опа-на! Я циклон, внимание, внимание, отменяйте операцию, вся акватория заминирована. Во-во-во, давайте дуйте за буйки, більше, щоб я вас тут не бачив. Так, з цим ми розібралися. Тепер ви, хлопчики. Що? Щось мені не подобається ваш корабль. Що? Що вам не нравится? Що ви робите? О! Тепер подобається. Можете своєму першому сказати, що все, судно «Циклон» здалося в український полон. Нічого подобного ми передавати не будемо. Ніколи. О, дивіться, бойові українські дельфіни! Де дельфіни? Опять эти, гады. Лезут со всех сторон. Теперь у меня есть ваша рация. Ты что, рацию оставил? Отдайте рацию! Срочно отдайте рацию! А ну, рота закрыли! Первый. Это ракетный катер «Циклон». Только что стало известно, что украинский десант захватил все корабли в бухте Севастополя. Срочно открыть огонь со всех орудий по бухте Севастополя! Нет! Циклон, вы опять бухаете на боевом дежурстве. Да. Нет, все серьезно. И еще, туда только что приехал Буданов. Так, циклон, мы второй раз на это не поведемся. О вашем поведении будет доложено начальству. Ладно, то не так. Срочно! Срочно! Мне на связь главнокомандующего военно-морским флотом России! Срочное донесение для него! Вице-адмирал Евменов слушает. Кто говорит? Евменов, с тобой свинья. Говорит судно «Циклон». Евменов! Что? Пошел ты на... Евменов! Он только что от нашего имени послал главнокомандующего. Плохо пить. На, попы. Ой, а что это за водичка такая странная? Это не водичка, что ж я буду дзюрити в рідне Чорне море?
А я прошу прощения. Дьюрити, дьюрити, это что это? Дьюрити, это как у вас duty free. Хорошая вода. Хорошая, попей, попей. О, да, а вы знаете? Вы знаете, что крейсер «Москва» не затонул? Как? Да, он не затонул. Он героически уничтожил две противокорабельные ракеты «Нептун». Это не соответствует действительности. Да. Ладно, не подобаются мои жарты. Тоді віршик. Слова народні виконує СБУ. Світає, кримський міст палає, Соловейко у Криму ЗСУ зустрічає. Дякую. Запомните, никогда, никогда вы не попадете в Крымский мост. Третий раз. Да. Потому что у нас лучшее ПВО. Так, я чув. И в Белгороде, и в Таганрозе, и в Новороссийску. Можно подумать, Новороссийский — это вы. Нет, блин, лисички взяли спички, к морю черному пошли, море черное зажгли. Потом спички взял в Зайчиську и спалив Новороссийска. Уже чекаю спички Вовк, чтоб спалити и Тамбов. Вот шукаем сову, чтоб отправить на Москву. Я тебе говорил, что у них не только комары и дельфины. У них все звери из биолаборатории. Так, это правда. До речи, а вы уже памятник заказали? Какой еще памятник? Затонувшим кораблям. Бо в Севастополе есть, а в Мариуполе и в Новороссийске что-то немає. А там русские корабли не тонули? Да. Вы готуйте памятник, а за нами не заржавіє. Ничего у вас не выйдет, потому что мы русские, а с нами Бог. Да. Так а что ж ты не договоришь? Мы русские, и с нами Бог таке зробить за те, що ми накоїли в Україні, що ніколи ні з ким не робив. З нами Бог. Запомните, ви, пан, это море русское. Понятно? Всегда было и будет. Мы здесь хозяева. А у нас в Украине говорят, что хозяин – это той, кто зачиняет двери. А у кого ключи от этих дверей? У Турции. Тож, какие вы тут хозяева? Вы беженцы або утопленники? Обирайте сами. Пане полковнику, задание выполнено. Все? Что? Какой полковник? Какое задание? Какое задание? Что валимо, выполнено? Валимо, что здесь происходит? Все валимо, пока эти рапаны не раздуплились. Все, пока! Чао, Руслан! Дергай шморгалку! Дизель шоу.